Всем привет, с вами Галактик и Сибирский Лемминг. Привет, я здесь вот он бегаю. Зажигалкой. Да, Лемминг, зажигалкой. Лемминг, почему ты девочка играешь? Тебя это как-то не смущает немного? Нет, а что? Тебя смущает? Не знаю. Меня? Ну, не знаю. Я вот погреться решил. Девочка со мной бегает, а говорит как-то как не девочка. Как мальчик. Не к добру это. Сразу переночевать нужно где-нибудь, давай. Давай запаримся по этой теме. Подожди, нам вообще надо ночевать, думаешь? У тебя зажигалка есть, она у тебя вечная, я просто не в теме. Ну, вообще вечная. Слушай, мы, наверное, не сказали, да, что мы играем в Don't Starve Together. А, точно, у нас же кооператив сетевой. Да. Насколько все это дело затянется, мы пока еще не знаем. Да и сколько выживем. Да, сколько проживем. Я в Неголодайку очень давно не играл. Ой, у меня такая же тема. Да ты записывал же вроде недавно. Я записал, но я как бы слился на третьей серии, там, окей. Так что знаешь, как бы. Нас ждет долгий летсплей. Так, червя, я помню, прыгать не стоит. Слушай, лягушки к добру не доведут тут. Ой, тоже точно, они же ночью комары вылезут, ладно, лягушки. Комары, подожди, комары? Я просто... Я вот только не знаю, они из водоемов? Вообще. Я знаю, что вот есть комары, но вот я не уверен, они из водоемов или они на болоте. Но в любом случае водоемов лучше, наверное, сторониться. Но, в принципе, это хороший как бы источник рыбы тоже со временем. Она так быстро гниет, что ты знаешь, рыба, я бы рыбу, да? как серьезный какой-то источник не рассматривал. И вот этого всего хангера с нее немного. А ты же помнишь, да, что если мы пойдем с тобой по дорожке из кирпича, то мы придем в свинячью деревню. А всегда прям в деревню, да? Всегда один из концов приводит в свинячью деревню. Ну пошли, тут как раз один. Сейчас конец. Ночь начнется, держись меня. Подожди, она еще не началась. Ладно, может. Отойди. Мне-то пофиг. А... Так, подожди, нам тогда. Давай я топор сделаю. О, да ты крутой чувак, ты топор можешь сделать. Да ты тоже можешь, наверное. Ну да, вообще-то могу. Так, давай. Ты далеко от меня, далеко от меня не отходи, потому что опасно. Да. Так. Что? It's Siberian Lemming, говорит. Да? Серьезно? Ой, я говорю. Ну да, это правда я. Так, и в принципе можем давай костерчик, наверное, таки действительно поставим. Да, положим. Давай таки поставим костерчик. Да, то что-то... Я думал, что там уже ночь началась, я забыл, как здесь ночь. Не, тут вот прям вообще выдери глаз. Угу. Так, чем мы будем? Костер травами топить или... Ну, шишками для начала, шишками, я думаю. Шишками, давай, согласен. Традиционно. У меня-то просто только пепел есть, но им нельзя топить. А веточками неохота. Так, подожди, ты далеко от меня не отбегает, я тебя тут обеспечу хоть минимальным источником света. О, уголек, кстати, вот из этой штуки ты можешь уголек же выбить. Ну-ка, выбей уголек, он должен быть хорошим топливом. Наверное, не всегда дропается. Не-не, всегда. Вот. Так, шишка. Слушай, а может он у тебя уже в инвентаре? Не, у меня только пепел и... А может это просто сухое дерево было, а не сгоревшее? Все, рассвет. Да, рассвет. Ночь закончилась. А, ну, тут же, да, сезоны уже, блин, я вообще все забыл. Сейчас у нас типа лето и ночи короткие. А я не знаю, это ты настраивал сервер. Там какие-то такие настройки есть? Я вообще не настраивал. Да? Я просто тоже не знаю. Там ты выбираешь режим мира. Survival, ну там, наверное. И еще там какой-то один есть. Режим компании, да, там что-нибудь. Не-не-не, вот я выбрал survival. Сервивал, отлично. Сервивал хоррор у нас будет. По ночам тут, да, тут хоррор дот еще, конечно. На самом деле, знаешь, очень важный момент, на котором я часто забываю, это следить за рассудком своего персонажа. Не себя, своего персонажа. Потому что, как бы, блин, рассудок уйдет и все, и тебя кирдык, потому что у тебя начинаются глюки, а глюки они убивают. И еда. Как ни странно. Смотри, рассудок, как я, венки, цветочки, угу. Первым делом. Ну, мне-то попроще. Мне просто нужно поджигать. Потому что я играю за поджигательницу. Да? Да, она поджигательница. Ух ты. Прикольно. Не, ну мне тоже попроще, у меня рассудок, из-за того, что я робот, у меня там что-то тоже. Или, по-моему, у меня с желудком что-то. Короче, у робота просто он может жрать шестерни и очень эффективно жрать шестерни. Ну, это такое, ему очень конечно. Нравятся шестерни. А, да-да-да, и у него потом растет. Они его усиливают, и он становится терминатором. Да, 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 но тебе опасно в дождь.
В дождь ты начинаешь искрить. И молния по мне бьет, по-моему, еще. Не, да? Вот молния как раз хороший такой момент, а, на да? самом деле. Потому что молния тебе там, по-моему, восстанавливает здоровье. И ты еще светиться будешь после молнии 2 дня. Можешь по ночам бегать. Прикольно. А еще же, слушай, а ты застал появление полнолуния? Нет. Во, сейчас в полную луну светло, короче, творится мракобесие, и ты можешь бегать. Ух ты. А слушай, а ты не в курсе? Тут вот этот вот... Ой, топор сломался. Вот бывает. Этот вот дополнение про гигантов здесь есть? Вот этого я не знаю. Насколько... Скорее всего, нет, потому что там есть... Я точно знаю, что в сетевом режиме пока меньше контента. Я думаю, что как минимум это связано с гигантами. О, бифала. О, так. Смотри, как хорошо. Бифалячий кизяк, да, сразу подбирай. Все хорошо. Он нормально пока у него? Зад не красный, ничего, не, спокойный. Не бомбит. Не бомбит, окей. Смотри, тут... Гон еще не наступил. О, слушай, тут еще есть, да. Еще ну, бифалы по одному не живут, как известно. Тут прям хоть можно и вот на вот этой вот зеленой территории лагерь разбивать. Или ты хочешь именно к этим? Можно, но я хочу... Нет, мы скорее всего, разобьем, ну, не на зеленой территории, а с тобой, наверное, ну, не на границе, да, на территории, потому что близко так бифала как бы тоже опасно, не, когда вот у них там, бомбить на начнет. Не, на вот этой вот зеленой. Я предлагаю нам с тобой, знаешь, найти а лагерь... Тут и пчелы, пчелы есть, смотри, мед. Отлично. Найдем свинячью деревню с тобой. Найдем. Я считаю. И где-нибудь между свинячьей деревней и бифалячьим пастбищем мы с тобой, наверное, и осядем. Как ты считаешь? Да, можно. Пчел столько. Пчел это отлично. Будем. Медовый да. окорок даже, это даже прекрасно. Даже морковка и кремень надо. О, слушай, иди сюда, тут морковки столько. Сейчас, а я вот себе как раз на венок насобирал. Все, отлично. Я теперь красивая девочка. Теперь я красивая девочка. Морковка, кстати, это вообще это замечательно. Мне тут вот опачки. Что там? Опачки. Ты свинья? Смотри, кого я нашел. Я уже проголодался немного. Кого? Кого? А вот кого. О, да, отлично. Да, Честер, здорово. А, слушай, кстати, а ты можешь пользоваться моим Честером? Сейчас посмотрим. Ну-ка, зацени. Так, кремень. У меня что-то ни одного кремня. Кремня. Не. Не можешь? Варнинг. А, нет, это мне написал варнинг. Подожди, могу, да. Можешь? Открыть. О, классно. Ну, еще там... круче было бы, конечно, 2 честеров замутить. Это было бы вообще бомба, я считаю. Можно ли вообще 2? Не уверен. Но вдруг в кооперативе все-таки можно. Окей, посмотрим. Еще мне советовали всегда еду пережаривать. Потому что, дескать, жареная там морква та же самая начинает давать, например... там больше хитпоинтов, чем не жареная морковь. Оу, болото. Всегда жарьте. Ну, болото это на самом деле хорошо, это же ведь источник. Это же ведь источник дубинок, например, тех же самых. Вот разве что. Ну, как-то я не знаю. Болото меня всегда смущало. Болото. Тентакли эти стрёмные, бр. Так, ну тропинка у нас идет. Так, нет, давай. Пробежим через болото, может быть? А успеем ли, если оно там офигенно громадное? Побежали. Хорошо, значит, на другом конце дорожки. А дорожка с той стороны только началась, там, где мы появились. Ой, я почему-то не могу посмотреть карту. Ты можешь? А, вот М. М. Видишь? Нам нужно вниз сдавать. Она там поворачивает. Она там поворачивает. Она, не-не, ладно. Всегда у одного из концов дороги всегда свинячья деревня. Это правило. Хорошо. Давай тогда, подожди, сколько там? Давай, может, где-то здесь сейчас переночуем. Не-не, это еще рано. Рано? Конечно, что там чё? Уже пару делений. Фу, ты что, это пара отделений, это же половина вечера. Ну тебе хорошо, у тебя зажигалка есть. Кстати, да. Я помню, я ночью помирал, ну, как часто. Ой, да ладно, не бойся ты. Я с тобой. Ха, помрем так вместе. Я вообще с нами, он честно. Сжечь. Что-нибудь будет. Тем более с нами Честер, понимаешь? Да. Честер вообще опытный мужик. Хоть какой-то мужик тут с нами, да? Это девочка, ну, да, и робот. Девочка и робот. Хочу срубить это дерево. Так. Марков, а у тебя есть эти ресурсы для костерка? Да. Все, отлично. А у меня топливо есть. Можешь уже костер разбивать. Идем, наверное, вот туда, там 3 дерева. Можно сильно близко, только к нему нет. Ну, вот так норм, да. И травка здесь, можно еще пособирать полезности всякие. Сейчас я...
сброшу маленько горючки. Во, отлично. Че, мы будем какую-то базу прям такую строить со стенками, со всеми делами? Ой, вот я стены всегда не любил. Вот не знаю, если только ты, конечно, как-то меня к этому делу приучишь, к стенам. Потому что я вот... Стены, по-моему, никогда тоже не строил. Я стены, может, конечно, никогда вообще не любил. Я помню просто, как их ломали все время, пауканы приходили, и как да? меня кумарило, да, их чинить постоянно. Не, я что-то как-то сразу к этим стенам очень скептически относился. Давай я тебя посвечу маленько. Да нет, там нормально, я далеко не ухожу. Ой, о, индюшка, индюшка! Не догоним. А ты прыжечь не можешь? Не знаю, блин, ушла. Так, я себе пережгу ягоды и... Да. О, кстати, я тебе да. могу отдавать, могу. Прикинь, я могу кормить тебя. О, да. Как это мило. Кормить? Отойди от костерка, я сейчас хочу тоже себе приготовить тоже. Что-нибудь. То у меня уже бурление в животе начинается. Да, что-то есть, слушай. Надо и ягоды, которые портятся потихонечку. Ну, со здоровьем у меня пока в порядке, я просто морковы поем. Так, сейчас мы... Блин, это все серверная информация. Слушай, мне кажется, нам нужно сдать... Нам нужно идти немножко вот по диагонали сюда. И мы найдем деревню с тобой. Идем. О-о-о, гриб. А, все, спрятался. А что с ними, с грибами? А ну, грибы, вроде... смотри, если не красный гриб взять, и приготовить его на костре, то он будет чуть-чуть отнимать здоровье, но зато будет заметно восстанавливать рассудок. Там что-то буквально на 15. Так. Подожди, что-то я это не понимаю. Опаньки. Каменная дорожка просто плавно превратилась в не каменную. Так, подожди, а внизу что было? Внизу тоже поворот. Каменная дорожка плавно превращалась в не каменную, что ли? Угу. Ага, опа. Слушай, в кооперативе, значит, это правило не работает. Ну, вообще, это реально железное правило, что на конце каменной дорожки всегда свинячья деревня. Не, ну можем пойти по некаменной дорожке. Ну, идем только через Бифало туда, наверное, в ту да, сторону. Да, 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 естественно. Поэксплорим пока. Ну. Чтобы не селиться где-то. Ты старайся по дорожке бежать. Пониже, быстрее. Нет, получается, да? Ну. Еще знаешь, что крутое можно найти? Ну, если повезет, конечно. Можно найти трость. Да. О, слушай, а тут прям бифалячий такой. Слушай, закончилась дорожка наша. Ну, пойдем обратно дорожки до развилки. Но с другой стороны, тут хорошо, тут травы много. Да, но здесь кроме травы ничего нет. Это не очень хорошо. Какахи? Продукты дефекации. Как мне рассказывают. О, смотри, камень. Че, кирка есть? Есть, давай сейчас камни. А у меня нету. Запилим. Я могу сделать. Смотри, видишь, тут даже камни есть. И зайцев здесь много. Зайцев здесь очень хорошо, удобно ловить. Слушай, я вот обнаружил, что как только ты достаточно далеко от меня отходишь, пропадает то у меня иконка, да? Пропадает иконка, да, твоя. А, смотри, подожди, я о, вот кто-то тут ходит, слушай. Да, камень рубит. А, это ты, ё-моё. Я уже думал, это шахматные нету. Человечки. Нету. Кони. Я пока по дороге сгоняю. Тогда идем наверх отсюда. Ага, да. Там, блин, камни еще. Я камни пока. Угу. Покопаю. Ну, травы и кроликов здесь действительно дофига. Я очень часто селился прямо вот на... О, нифига себе здесь их. Стыке между вот этой вот соломенным биомом и зеленым. Угу. Ну, не, ну да, это удобно достаточно. Солома, которую, опять же, не нужно удобрять. Угу. Для того, чтобы она заново расти начала. Правда, вот знаешь, вот это вот введение в игру... Блин, дорога здесь прекращается, и все. Снова? А что там за биом? Свинячью деревню. С другой стороны, ну здесь какой-то такой, знаешь, тундриной или что-то там, духи такой коричневенький. Где немного леса. Одни елки. Да, 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 да. Ничего больше нету. Ну хорошо, слушай, давай. Ну что-то, наверное, где-то здесь надо селиться. Снизу. Ну да. Между там как раз и между еще много ягод, да, и морковки осталось. Кремний там тоже. Да и лес. И все остальное, да, и лес. Ну, лес-то такое, дело наживное, и шишки есть. А я уже даже могу изготавливать ловушки, оказывается. Зачем ты мою траву?
собираешь. Я думал, это моя трава. А слушай, а у тебя может быть немного подлагивает, да? И может я где-то... Нет, вообще, ну как бы нет, я не знаю. Что... Может быть, конечно. Может, ты просто видишь не то, что я вижу. Да я просто же, я ж пробелом собираю, поэтому... А, я понял. Не, я от пробела уже отвык. А я изначально только им пользовался, поэтому мне проще. Меня приучали долго к пробелу, ребята. Бегу по твоему маркеру. О, бифолечий кизяк сейчас возьму. Это ж еще и топливо ведь? Это ж ведь еще и топливо, ты понимаешь? Не, у нас это место вообще шикарное, и лягушки, и, и мед, и все, что да, хочешь. Да, вот, все, кстати, вообще. Мед это на самом деле очень круто, реально. Единственное, нет свиней, то есть мы там свою армию не соберем. Так, мне еще надо тебя найти. Такое. Ты где? Вниз беги просто, по дорожке, в принципе. По дорожке. Ну вот я по дорожке уже добежал до границы биомов. Ну вот я дальше, ниже спустился. Дальше, все, по дорожке. Ну, да, чтобы с рядышком совсем с бифола не селиться, да? По каменной дорожке. С пчелами. Ты. Да, но я прямо под тобой. Ты можешь карту открыть и меня увидишь, по идее. Да, увижу. А, да, действительно увидел. Да. Все, бегу. Он где-нибудь бегу. Посередине, наверное, между жабами и... А где у нас жабы? А, ну, вот совсем чуть-чуть ниже. Так, давай здесь прямо у дороги поселимся. Тогда вот где-то а, тут. Слушай, а мы можем это кострище? Блин, у меня нет камней. У тебя достаточно камней для кострища? Я собирал, сейчас ага. Я гляну. Да, но большое кострище. Ну давай это перед сном его, перед сном. И ты есть хочешь, очевидно. А там, в принципе, все, да? Живот урчит. Слушай, надо тогда костер ставить и жарить. Я вот хочу осмотреться. Ну, в принципе, наверное, надо все-таки здесь вот вставать. Ну, я обычно возле какого-нибудь леса встаю, но с другой стороны, да, это менее посадим. Удобно даже, да. Ой, я тебе все, по-моему, отдал. Да, на. Все мои ягоды. Я тебе отдал обратных. Угу. Так. О, слушай, у меня место уже закончилось. Надо рюкзачок. Надо. Ну, о, у нас же золота, наверное, нету, да? Да, а что, на рюкзак золото? Да я уже просто вообще ничего вот не помню. Вот дело в том, что теперь на рюкзак нужно золото, потому что, ну, не конкретно золото, смотри, нам нужно теперь построить Science Machine, вот этот самый, первый, уже для того, долго, чтобы да. Рюкзак делать, представляешь? Да. Так. Так, Честер будет у меня таскать угольки, бифолячьи кизяки, и стак дерева будет таскать Честер еще. О, слушай, это можно делать какую-то воскрешалку? Воскрешалку? Там, да, там где петля, первый айтем, на который гланда надо. О, судя по всему... Ревивал Ghostly Friend, то есть... Судя по всему... Понимаю. Слушай, это возможно даже чисто для кооператива фишечка, потому что я что-то в сингле такой темы не помню. Может, кооп пожестче просто идет, чем сингл еще? Ну, может, наоборот, для облегчения, чтобы как бы можно было всегда вдвоем оставаться. А вот так, прикинь, один умирает, и все, как бы, давай, до свидания. Ну, как вариант, да. Ну, это ж такая игра, что как раз умер, и все, а, и давай, нет, до свидания. А, нет, смотри. Судя по всему, когда кто-то из нас с тобой помрет, я... Можете делать ставки, я ставлю на себя. Когда кто-то из нас помрет, то он превращается в духа. И может путешествовать в виде духа, пока второй не изготовит вот такую вот хурму, из петельки. И тогда дух может превратиться в человечка. Моя теория. Ну, не знаю, посмотрим. Так, что в некотором роде облегчает даже, на самом деле. Шмотки не пропадают, да, насколько я помню? Ну да, но их может... А, ну, кстати, мы здесь с тобой кротов не встречали и прочую такую нечисть, поэтому они не должны украсть все это. Ну вот в гигантском этом дополнении, как бы, там кроты появляются, которые крадут. Но они камни точно крадут, камень. Ладно, камень я забрал. Да. Кроты крадуны. Там кроточерви. Строго говоря. Так. Чё, куда ломанёмся? Нам нужно Science Machine и золото, да? Блин. Ну золото... Так, можем так. На юга попытаться сгонять резко. На юг? А, кстати, там тоже еще есть. Да, дорожка, да, я вот... Идёт. Я вот и хочу. Ну давай быстренько. О, жаба. Можно было бы ее, конечно, убить, но я боюсь, что она здесь не одна. Они всегда, да, они всегда нападают жесть. Толпой. Жаба это. И неожиданно, между прочим, сильно бьют.
Угу. Самое неприятное, что издалека. Да. И выбивают из рук предметы еще при этом. Да-да-да. Мелкие уродцы. О, знаешь, что я понял? Что здесь персонажей еще нет дополнительных, которые из того же самого дополнения Reign of Giants. Ну, значит, дополнение фактически здесь нет. Да-да-да. И это, знаешь, и это даже хорошо, потому что это значит, что здесь нет сезонов вот этих вот. Что здесь нет, точнее... нет, полнолуния, скорее всего, нет. Но что хорошо, здесь нет вот этих вот жестких лета и жесткой зимы, которые стали еще жестче, чем старые сезоны. Да. Когда летом у тебя дикая засуха, и у тебя там реально высушиваются твои там посадки, их нужно заново будет удобрять, и вообще они могут загореться, черт побери. Вот. А зимой у тебя там тоже полнейший вообще ад творится. Только, только замерзший. Блин, немного даже печально как-то. Печально, что этого нет? Да. Господи, я радуюсь, он печалится. Да. Ну я просто не играл, поэтому я печалюсь. Если бы я, наверное, слился бы где-нибудь там, тогда бы я перестал печалиться. Самое то, что меня, может быть, немножко опечалило, да, это то, что там же есть дополнительный персонаж. По-моему, там их... А, да, там Вебер. И маленькая Валькирия, которую я не помню, как зовут. Вот Валькирия чистая мясоедка, а Вебер он паучара. Как бы его не трогают пауки, но бьют свиньи. Интересно. Вот, да. А маленькая Валькирия, она просто как бы маленькая боевая девочка, которая появляется сразу с копьем в шлеме. Есть может только мясо, и за убийство врагов повышает себе, по-моему, рассудок, если меня память не изменяет. Прикольно. Ну это я так уже, то что помню, а помню я это как бы с полугодовалой давности, поэтому мог что-то и забыть. Вижу, что-то опять маркер. Много пчел. Много пчел. Камушек. Да, камушек одинокий что-то лежит. Ой, нам еще нужно, один, слушай. Нам нужно искать валуны вот эти вот. Золото кусок. Да. Слушай, и тут он еще... кладбище нет? Слушай, вот если найдем кладбище, то считай, нашли золото. На кладбище всегда валяется золото. Есть, а нам лопата надо. Нет, на кладбище просто так валяется золото. Ой, а вот эти, свиньи, новости. Да, один домик свиной есть. Слушай, а свиней же можно у себя дома построить. Можно, да, но нужны они свинячьи заднички. Ну да, вот есть домик уже. И... Одна могила, которую мы выкопать не сможем. О, кирка. Я возьму себе, это у меня нету. Ну давай, я камень заберу. Она 30%, правда. Давай, может, и камень мне, чтобы ты место себе не занимал. Ну на. Не, ну ты можешь в Честера что-нибудь складывать вообще. А, кстати, да, я забыл. А я там повыкидывал. Так, вот еще одна могилка. Ну да, вот если просто единичные могилки, то тогда, конечно, нам нужна лопата. А если встретить целое кладбище, на котором там туман такой еще, знаешь, то тогда там прямо на земле валяются куски золота. Так, сейчас я еще одну кирку делаю. О, слушай, а похоже, опаньки, свинячья деревня. Хорошо. Так, мало того, свинячий король в свинячьей деревне. Это во-первых. Что очень круто. Это уже источник золота. Опять же, да. Если мы найдем кладбище, просто бесконечный источник. И во-вторых, смотри, здесь есть золотоносный валун. О, хорошо. Вот он. Давай, скапывай его. Сейчас. Тебя заживай, кирка? Все, я вижу. Угу. Давай. Ого, тут деревня, ничего себе. Че, у меня там всего помного стояло в настройках, наверное, или че? Ну нет, это просто такая деревня заспавнилась клевая. Да? Кстати, не, видишь, ну, у них еще ягодный огород, между прочим, здесь. Давай, пока они пошли по домам, грабь. Собирай урожай. Огород, да. Свинячая, как это, соседская малина всегда слаще, кажется. Да. Опа, индюшишенька, да? На этом огороде обитает индюшка. С индюками там все как-то печально. Нет. Так, а как управлять им? А, управлять можно тоже в ASD, да? А, не а ты что, на мышке бегаешь? Да-да, я вообще. О, боже. Как первый раз же. Как первый волнуешься, наверное, первый раз-то. Конечно, ты что? Нам знаешь, да, что еще нужно? Подожди, Честер, стой, где Честер? Я думаю, тебе грибочек. У тебя хватит? А у тебя хватит каменюк, чтобы здесь лагерь организовать? Потому что мне кажется, что как минимум, если не постоянный, то какой-нибудь такой дополнительный лагерь стоит здесь основать. Ну, да, хватает. Давай тогда, это реально нам стоит. Нам просто камни понадобятся. Ой, что это? Понадобится, мы их накопаем. Найдем каменный биом, будем фигачить камни. Чё это таки с этими шипами? Вот я сам не знаю. Раньше они так не делали. Ага.
стрёмные обелиски. Но я решил, что это нормально, и пусть будет. Надо пойти пока тогда дерево, наверное, порубить. Опа, на меня решили напасть, да? Ах ты, ты на меня напасть решил, да? Все, монстрячье мясо есть. У нас один свинячий страж, значит, будет. А он надолго? Они, по-моему, уходят рано. Ну, они на пару минут там, как бы там, на несколько минут, но все равно, тем не менее. Там вот ниже грибы еще зеленые есть. Так, сейчас ночь. Не красные. Не красные. Синие и зеленые. Их можно выкапывать, эти грибы, но это плохой тон. Выкапывать грибы, да. То, что ты их выкапываешь вместе с грибницей, и ты как бы выкапываешь за раз больше, но они зато там потом расти больше не будут. Ясно. Слушай, я думаю, мы можем первую серию, наверное, закончить. Да, я думаю, на этом прямо месте. Прямо здесь. С топорами в руках. Ну а чё? Костер разожжем, и я думаю, можем закончить. Угу. А вы, ребята, напишите, что вы думаете по этому поводу. Интересно ли вам смотреть не голодаечку? Это вообще не вопрос, наверняка интересно. Я за них отвечу. Что они понимают? Делайте ставки, кто из нас первый умрет. Я уже сделал. Я уже поставил. Я поставил на себя, я уверен, что я смогу победить. Да-да-да, я тоже. Всегда, когда не знаешь, на кого ставить, ставь на себя. Да. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Увидимся в следующей серии.